Короче, я, блядь, тут посидел, подумал, посчитал, блядь. Я так думаю, что, блядь, стал лучше в СПД забить хуян, чем в крит. Ну там можно чуть-чуть подогнать, чтобы анбав где-то 40% было. У меня амба в 45. Ну, многовато, я думаю, Ну, я надо тоже, успокоить. блядь, я перегнул на с критом. Там типа проще всего вообще корову сделать. Эти 2% нужно еще больше спада сделать. Во, надо как корову рефлексу. Ну да. А это чего? Понятно. Кирс, а ты чё в обычку попёр? Лёха, а? Забери с меня. Лёха. Осколочки. А, ты 25-ку что ли? Ты 25-ку? Ну, да. Бля, ну ты жесткий, конечно. Ну я еще, видишь, стан полутал. Станом у меня там, бля, сколько? 4% крита. А че там по хилам? У меня, блядь, в рейде 50%. По хилам пока нисколько. Да, секстант, он неплохо апает, а тоже. Ну, смотри. Нужен один airdrop. Под какой-то талисман без. Пал ДЦ, airdrop, Аршам, да? Подожди. И один, в принципе, без. У тебя с талисманом сколько нас? Тупало, ты моего видел? У меня талисман есть, я не помню, сколько он крита дает. Более получше. Он процента 4 добавляет под стаком, под 10. Ну, в среднем где-то 2, да? Так, значит. Я просто не парился особо, я не смотрел там, когда сколько чего в бою. Знаешь, что у меня анбаф 40 вообще идеально будет. Вот я почти подогнал, у меня сейчас 39. Единственное, я там хуйню сотворил, я целкашное кольцо снял. Все равно там, в принципе, я сумел. Да нет, целкашное кольцо это говно. Его надо будет менять. Ну вот я одел серебра, жутещу вот, вчера дал 22 почти, но вот и там без двух уже больше ноденько. Нет, целкашное кольцо это говно, блять, я не знаю, от него уже давно-давно пора отказываться. На ханте я лично отказался от него. Пошли но... выше, чтобы ребят не перебивать. Ну давай. Зачем он? Чего у нас перебивается? Он дает прок на АП. Говно. Ты его статы посмотри. Да, вот именно статы удручают. Вообще, нищие. На ханте вот, видишь, блядь, без целка гоняю. Нахуй нужна. А у тебя портняга есть? Конечно. Она же тут апнутая, да, прок апнутая? Ну это биз, для ДД, я их понимаю. Портняга и кузняя, блядь, что-то. Я просто думаю, что скинуть энчант, наверное, на портня. Лучше энчант. Ой, а не чё? На портнягу, на кузню, на кузню. А у тебя кузни нету, что ли? Нету, нет. Бля, ну это... Кузня и портняга, это... Две бестрофы для ДД. Ну это пока что сейчас, пока есть полироли, они апают кузню. Сейчас выйдут вот эти ГХ, не ГХ, там же обещают какие-то апы проф. И вот я хочу просто дождаться этого момента, там уже решить, что сбрасывать, на что перекачивать. Уж там что прикольно будет. Хуй знает, что там будет. Ну типа, что не апнут? Его апнут, думают. А может какой-то прок где-то что-то добавит. Какую-то хуйню, неизвестно чего. Ну блин, надо просто посмотреть. Рок, навряд ли. Вот. Если они могут шею добавить проков. Шея плащ будет. Типа новый. Ну, типа за репу. Что-то типа такого, как на острове. Че мне мало? Плащ. Есть ты там? Thank you.
Да, а у тебя сколько хосты? Там баф, бисикстан. Блядь, 900 с копейками там. Маловато это, мне кажется. 900, надо хотя бы 1000. Ну, очень мало. Тогда 1040 надо тогда. Там баф. Сам 1200 было, и тогда тики дот вообще идеально сходится. Ну да. Я чуть-чуть подуменьшил за счет того, что я вместо ЦЛКшного одел второе кольцо с ребра. Ну, у меня созвучие маны, в принципе, то же самое. Не, я с кораблей одену и... птички. Бычки. Ты хочешь два хостовых? Каскрит, да. А, ну тебе да, если апать хостов. Это просто через штаны нонсет. А, говно идея, штаны нонсет. Ну, блядь, типа я и был в них изначально, плюс загемленный, ну, типа, смысла не было еще плюс ждать голову ждать, но так бы я бегал в голове это 10 и терял один сок. Охуёво. Ну, так, да. Что у вас, Жаня? Ну блин, ну тоже вот эти там копейки крита, там, ну, 2% с лишним они дадут, ну это хуйня, а для левела брать, это бред. Я их чё-то хуйня так... Мне босс, Лёха. Ретаунчу всего лишь за 100 голды. Да, что? Кольцо с Гидросом. Ну ты видел там какие вот эти статы, меткость, таст, крит, блять, там вообще их мало. Да, там говно. Да там не, это ПВПшное кольцо. Я считаю так. Ты берешь одно ЦЛКшное и второе, чтобы подогнать. Вот прям для ШП идеально. То есть с одним ЦЛКшным кольцом тебе иногда не хватает этой меткости. Там до 3% хотя бы. А вот это берешь, ты и хас подгоняешь, крит не теряешь. То есть как бы все есть. Ну не знаю, там иногда миссы, ну все равно. Ну так-то да, лучше брать спринцов однозначно. Ну типа аналог этот. У меня в принципе спринцов есть, но я бегаю. Вон я сролил на офспек с РС-ки. С МП5 я его делаю. С бычки что ли? Не, с хера. Я тоже у себя сролил бы. Да повезло, пиздец, никому не нужен был. А все равно пригодится. На ДЦ рано или поздно спекнусь. На дух. Но я играю через дабл шмот, то есть 2 на крит, 2 на дух, я получаю лишние 100 реса и выигрываю за счет головы хосту. Ну плюс вот эти запары с топовыми гемами, типа на мету. Тоже лишние траты я лишил, то напоследок оставить там. Человек пишет, говорит, пожертвование не хочешь же сделать? 65-му левелу гидзю взять просто. Чё за ник? Влажный попец. Не, я ШП гем беру не на ДДШ, который... проку на ману. Смотри, зависит опять же от того, что ты играешь в ПВП на БГ. А, на БГ плохо, да. Ну, наверное, дух. И если брать арену с рогой, лучше брать крит. Вот, крит бесполезен. Не, я тебе говорю, с рогой надо брать крит, и все, остальное это хрень, дух, хуйня. С магом возможно, с рогой надо брать крит, с рогой надо ваншотать. Если ты не ваншотаешь, то ты, скорее всего, отъезжаешь. Ты не накритуешь.
Нахрен ты уж поверь, учитывая тимы с хилом, там Ресса обычно мало одевает ДДшник, особенно какой-то вар или ДК. А если он переживет контроль на паладине, а у вас просто, ну, не кританет что-то, и вы не забурстите, допустим, какие-то фулы будут в КД, ну, может всякое быть, там, Сало в КД, Тизаром в КД, что-то еще. И вот эти криты иногда очень решают, с учетом того, что мало реса. Ну, сколько у тебя критов? В ПВП, ну, 23. Ну вот, что-то... 1400 реса челики, уже минус 30. Так я бегаю БГ, я не хожу арену, на БГ же много бомжей. Ну это считаю, да. Это... Там я, палец, типа, палец, я брал, чумаешь. Во-первых, я крит вообще не апаю, я апаю это хасту. У меня чисто шмотом вышла крита 23%. Я больше играю на рез, то есть я из-за этого и взял дабл шмот. Два крит, два дух. То есть я не теряю эту рез, я одеваю еще ПВЕ голову, и у меня плюс хасты лишние 100 спин. То есть у меня 900 хасты выходит сейчас там. Пойми, в каком шмоте, то есть у меня только 2 1. Я подумал, надо ДПС на ДКшке апать. Надо фиксить? Не, апать наоборот, у меня еще есть дохуя возможности добавить ДПС на своему ДК. Почему у меня не рубится полиролька? Потому что она мне. Ни у кого нету. Что это за камушек? Питомец? Пирит какой-то, ну. Квест дам по... Чё, квест? Да. Так, ну чё, я регну, наверное, этот механавр. Подожди секунду. А чё вы умираете? Да, да там этих пулили бомжей. Инвизиоров. Войт, уходи, уходи глазом. Сейчас я тоже квест дам. Добегу. Ты как в бою хуй уйдешь, блядь. Глазом сейчас не выйдешь. Из боя в бою. Я вышел до этого еще. На глаз там же можно. Это знаешь почему пофиксили? Это что в темном лабиринте ТМК не снял. Нет, я вот только что вышел, начал войда хилить и вышел. Там пофиксили другое, типа, он все равно, короче, погоди, я не помню как так. Короче, не работает эта хуйня, вы выходите, там то ли босс выйдет, то ли еще что-то. Чего ты хочешь? Ну, короче, фиксили эту хуйню. Не достаю, слишком далеко. Короче, бегу, сейчас добегу, сдам и поедем дальше. Да, вас когда берет в МК, вы типа глазом выходите, он просто и выйдет сюда. Так и работает. А до этого он оставался стоять, короче, в бою. Заебись, механик. Угу. Так, то у нас сегодня суббота, да? Ну. Завтра воскресенье, понедельник на работу идти. Черненько, конечно. Нахер. Но с другой стороны, по крайней мере, хоть все закрыто. У ДВшников. На днем будет поработать. Кирс, все, да? Что? Кирс, выше. Да, они же там погореть собирают. Чё, едем? Ну чего да. Там? Может, каску набросишь? Сейчас. Могу прото. Как прото-вару могу прото. Во-во-во. Ему прото. Я бы хоть БШ крутил побольше ДПС.
Кодимоса, типа, если место будет, то возьму. Без проблем. Кстати, сегодня твоя твоих зап выпало. Чё, кстати, упало? Двое кожаных зап и пояс. Кольчужный. Ой, что, блин? Ну вот решил собрать, типа. Да не говори, блин. Вчера вот Лёха завтра выходной, пошли, блядь, это. Ну я сказал, если соберете без меня, то окей, Войт собрал, но там. Просто я сам думал, что меня не будет. Ну, я и то зашел попозже намного. Короче, типа, мосса нас кинули. Я не сразу зашел на РТ. Войт собрал, ну все, окей, пошли. Кинули на шмот. Хороший рейд там. На тебя шмот там. А если бы я в рейде был, бы, он бы уже по-любому другую. Пало бы 4 запада. Не, ну на удивление никто не ебланил на метеоре. Там один раз кто-то умер, по-моему, и все. Да, лучше. И лужи никто не ловил почти, то есть от лужи вообще почти урона не было по людям. Вот, блять, маги пиздец, как срывают своими лучами трэш и ловят ваншоты просто. Ну там не успеешь прокидываться. Не уж хотя бы ледяной доспех бы что ли ставили. Это не поможет. Ну там все равно там тупо ваншот влетал. То есть там раз-два, все. То есть успеешь кастануть, повезло. Нет, ну пиздец. Плюс еще надо... Готов не было? По-моему, нет. Нет, не было котов. Так, ну на Леху напуливали на ДКшке. Да, на меня напуливали. Рога напуливал. Один ну раз как, я просто, я просто делил так трэш, чтобы на мне был, допустим, половина трэша, и на весь остальной рейд половина распределялась и все. Ну там просто, знаешь, даешь эту жатву свою. А, ты еще и в бладе. Естественно, даешь жатву, половину мобов на себя забираешь, которые первые идут. Всех остальных просто не трогаешь. Они идут там уже по рейду распределяются, и по мне не дохуя урона. То есть я выживу и по ним там по чуть-чуть урон. Ну распределение, конечно, было там по итогу такое себе. Ты пару тычек получаешь, что тут же какой-то маг срывает лучше. Мне кажется, что танк был. Понимаешь, оно заебись, потому что я пару тычек получаю вот этих. Если бы получал бы их мал, блять, он бы дох сразу. Не, ну видишь, да, если там сколько-то мобов успевает умирать, я там прохиливаю. А если он тут же ну, на него идет агрос следующих тычек, и вся пачка жива. Блять, как-то варба даже, блядь, ни одного моба не забрал. Лёха, ты где? Оно слоп. Ладно. Мне клиент что-то подвиг. Кто варб? Или медведь. Пой про товар там смысленный. На трэш. У вас не фризит ничего? Нет. Да вроде нет. У меня сейчас какая-то хуйта по вечерам, часов где-то. Ну как начинается РТ. Сейчас отъедет, конечно, лежит. Да, у нас тут протоп. Да не, это из-за того, что сервер забит. Я вот сравниваю тоже. Смотрю так чисто, вот, при гере, когда все сливают на бурстах. И как идут касты. И заметно вот эти фрезы. Блядь, на каст есть аддон? Ну да, да. Вот, блядь, у меня он наполовину красный. Он прям прыгает. Он то нормально, то есть чуть-чуть. То вообще там почти наполовину. Днем стабильно, то есть, что он прям все время там еле красная полосочка. Задержка. А вечером пиздец прыгает. И прям видно само по себе вот эти фрезы. Надо еще трэш на этого хуеплета, кровотечение не работает. Сука. FPS 0, нахуй.
блядь, все без достатка. Стал так и добил просто. Жить вам осталось около 5 секунд. Не, ну учитывая, что было раньше, я так вот посматривал, когда уже думал сюда переходить с циркуля, что тут вообще происходит, стримы. Блять, там либо вообще жесткие лаги начинаются, то есть тебя с места на место кидает, либо, блядь, дисконы, ну, по КД. Сейчас так вроде стабилизировали более-менее. Ну, они когда долларом раздвоили и... Не, еще раньше, еще, может, года полтора-два назад. Где-то так. А что там на циркуле сейчас? Ладно. Там смерть. Людей вообще нет? Ну, не знаю, мне кажется, нет. Не, есть люди? На X5 есть, но там такие люди, там не люди. У них страдают. Да. Я там пробовал поиграть пару месяцев, побегал. Ну, такая вообще. В инстах одни какие-то, блядь, желчные типы сидят. То же самое улучшать. И смотришь рейды какие-то собирают. 6 КГС в обычку. Ну это ж пиздец. Нахуй туда идти, 6 КГС. Чтоб зергнуть все. Ты приходишь, блядь, с этими зергами хуевыми. Они падают, блядь, на леди в обычке, нахуй. Это гроб, блядь, срывают, нахуй, по очереди весь рейд до. Я не знаю, что там. Потому что там перешли. У кого-то, блядь, танк-вагон. Или какая-то такая хуйня. Я не знаю. Да что там у них на циркуле, что там, блядь, закрывать? Лича, да, это, рыск, все. Там, во-первых, да, во-первых, ну, это все уже заебало. Ну, ульда есть. Да, ульда, ну, что там ульда, блядь. Было интересно. Ну, сравнивая работоспособность на X5 и на X1, там, наверное, на X5 на в нее хуй кто ходит из-за того, что там работает. Ну, за последние несколько лет ее стали там, типа, подтягивать X5 это. Ну, все равно. На X1 и ей, блядь, занимались все время, поэтому туда было хоть приятно ходить. Сейчас уже сам смысл нет. Сейчас, да. Ну да, новое, и в то же время это тот же самый лич, то есть класс работает так, как ты привык, по механике, по всему остальному. Это радует. И новый контент. Да. Не, ну тут боссы сложнее, чем у Стамбулка. Да, и это тоже какой-то хардкор. Это тоже приятно. Да не бегайте, стойте. Сейчас можно стоять. Протохант. Видишь, даже варбака с сапротом танчик. Да ну, нихуя шапка, ебать. Без саппорта эти мобы, он это их не огонь по 600 тикает, ну вообще ничего. А меня с саппортами игнорит, все ясно. Так уже можно, да. Стать. Можно и так сказать. Раз еще сильнее стал. Потом Библ забудет, что такое БГ, нахуй. Что такое боль? Не, там по фанчику можно до 10 дойти, но чисто по фану только там. Хз, я не знаю. Бля, Миракуси до сих пор не отстаивает. Фу, блядь, Миракуси. Воски до сих пор до с тобой гонится. Чё там, Лок, от тебя уже? Два косаря. Нормально. Думаю, за эти дни вряд ли ты будешь играть. Сейчас.
Сколько там деградантов? Много насчитал на БГ? Здесь, на Сирусе, БМ ПВП жить? Ура. Там пет по 500 бьет макс крит. БМ ПВП здесь. У меня полнейшая. Там почти ничем не отличается от БМ, от ММ. Ну, в плане пет. Вот если что-то было похожее на БМ, а в ПВП как Т5, блять, тогда да, мог... Изи ч... Охуели. Ну, кем тебе хочется, тут и сурвы нормально дамажат. Ну, ММом проще соло про... Ну вот мне это... БМ с Т5, если бы Т5 бонус работал, блядь, на БГ. БМ с Т5. Ты хочешь челиков убивать? БМ с Т5 заходишь на БГ, блядь, и вот тебе грабельный спек сразу. У нас какое-то время на циркуле на X1 был баг. Что-то забагали, короче, петы у хантов, да вообще любые петы. Ты финду вызываешь, она по 6к пиздит. И лич в 10 обычки 60 тысяч бился в автоатаке, сука. Так может, там все зависит от этого. Все ханты просто в БМов прыгнули на эту хуйню, пока был баг этот. Вообще все в БМы бегали. Там просто баг. Энхов до кучи было, блядь. Волки там просто тебя ваншотали, нахуй. Там тряска здесь вообще. Здесь на сексе она была только с паладином. Когда ты, блядь, часть порчи... Ставишься, да? И, короче, 5 стаков на противника настакиваешь, и все, все. Можешь бегать, это что хочешь делать, он все равно сдохнет. Бля, че у меня с микрофона? Вообще не понимаю. Что у тебя? Говорю, говорю, никто не слышит, игнорит. Облизываешь. Хотя не было слышно. Да. Ну вот я говорю, что-то пиздец. Короче, Мосса. Эрдру и Холипал. Ну, может, где-то там ДЦ можно тоже нормально, они живут. Но вот, блядь, регать Эршамы, это пиздец, это суицид на БГ, нахуй. Особенно если, знаешь, так подзапомнили, тебя, блядь, тут же таргетят, нахуй. Вообще вся тима, блядь. Да-да-да. Ханом регать, это пизда. Ты ни себя не можешь прохилить, никого, блядь. Ты дал быстрину и бегаешь, как долбоёб. Там, если повезло, отфейкал каких-нибудь, если в тебя бомжи играют, то ты похилишь. А так, блядь, вот только Эрдру и Холипал, и все, остальные хилы. Изи, чурахи-то, короче, взял этого персонажа ханта. И в БМе, блядь, я, говорит, бурщу, дамажу, там пет по 700 бьет по косарю. Не, эрдрушки тоже разные бывают. Блядь, есть этот, Альянс есть такой эрдрушка. Вот его хуй просадишь, просто, блядь, невозможно его убить. Проще его, блядь, кидаю в него трап, ну, и не бью. Что, его. Ботанику или Аркатрац? Если ботанику, я на приста пойду. Озеро, короче, ты помнишь? Похуй, что. У нас тут, короче, тоже рандом регаю. У нас, короче, тоже петов забагали. Помнишь такую херню? Когда еще рестер друиды хилили, там что-то по 30-ке или по 40-ке. Да, 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 я помню, это тоже. Я в этот день плащ с этого, с ИВК, сролил. Не, я не играл. Бля, там пет вообще, там просто пет 30 тысяч ДПС отдает. Я на приста зайду. Я рандом регал. Я на приста сейчас зайду быстренько. Ладно. Не, я тогда не играл, скажем. Самое эпичное смотрелось, я прото-паладином ПВЕ, где у меня 80 тысяч хп под бафами. Захожу, блядь, на БГшку или арену. Меня убить никто не может под хилом, а я подхожу к любому челику. Одну тычку даю, там, ну ладно, две, типа, ну, чтобы стаков 5 было на человеке. Все, могу от него убегать, следующего бить. На следующем 5 стаков тоже набираешь, дальше побежал. Там дамажила эта хуйня. И там тики получается. Первый тик 5 тысяч, второй тик 10 тысяч, третий там 20, короче, вот 5 тиков так скалируется выше. Это в ПВЕшке? Ты что же за дерьмо такое-то? Да, нам, ну там, кстати, сломалось. Печать просто сломалась. Это ровно там 3 дня пробыло, короче, потом починили. Прокнуло у вас?
Не знаю, мы. Кто-то не подтверждает. Вот сейчас да. Блять, кузни крови, серьезно. Ну где, где механар и ботаник? А, и ботаника еще. О, мой любимый из. Люди разошлись во мнениях, я решил реагнуть. Рандом. Мне ботаника. А, механар. Подожди. А зачем тебе этот третий спек? БЦшку полуешь. В этом дамаж. А, блядь, мне механар стал. Мысль. Ёба, народ, я чё, ботанику закрывал? Можем сходить, я бы, кстати, сделал бы тоже. Мне механар. Давай, вот эту третью регнем, если подождете минут 10, я быстро в магазин схожу. Вся ряд кончилась. Можно сходить. Казай, блин, сразу по 3 пачки ряд беру и не по... Если одна пачка остается, еще 3 подвода. А я наоборот, типа, беру по пачке сигарет каждый день, банально для того, чтобы сходить пообщаться с людьми. У меня просто знакомые работают в магазине, который возле меня. Просто так чисто увидеть человека. Ну, бывает такая хуйня, если я выйду с сигаретами, там, может, во время РТ где-то перекур, там, между рейдами или что-то типа того, если я кого-то встречу, я могу просто не вернуться. Мне иногда побаиваюсь выходить в магазин. Бывало такое. Мы потом убежались. Да мы как-то это тоже пошли на сундуки, короче, с челиком. Взломан. И он говорит, подождите, сейчас дверь открою, блядь. Через два дня, блядь, появляется. Вот там под пацаны, блядь. Мы стояли, ждали, он еще таймер тикает, блядь. Хуйня. Подъебал, так подъебал. С лекарством, блин. Он говорит, подождите, я быстро сделаю. Я вот, блядь, Кирс у нас тут засыпал на РТ. А я ему потом на трубу бомбил. Адмирал, по-моему, засыпал, нет? Да, адмирал тоже засыпал. Хуй его мне эту хуй тут, ну. Бля, это ЖМК не... Реликвия с сокетом? Ебать. Надо взять. Первый раз видел, что ли? Да. Это как гербовая накидка там была у нас раньше, помнишь, тоже с сокетом? Ага. Ба, еба, ломают, ребята. Бля, геймка снова под герой. Ну под герой гемой вообще имба. Все каким-то, блядь, друидом чувствую. Блин. Это где это такое? Ты видел? А, уж побоялся, что тут, блядь. Интересно, а есть тут такая фигня, типа, если тебе твины не нужны, на них брюли падают, как-то перекинуть на мою? Нет, нет. Только за определенную сумму, у вас это возможно, да? Бля, да что ж такое, ебучая сала. Да вроде тебе щиток успел дать. Все, что могу бабл нажать. Бабл хайс. Давай, Леха, пора. А то умрем.
Об этом заминировано. Можно подойти и ваншотнуться. Мозер, подойди, утони вот эту пачку. Не, нахуй надо. Да, я вас вообще не бафл, да, но... Ты в курсе, что тут, стоя на максимальном ранже, на некоторых боссах, а билки босса не выйдет, проходят. Побегай, побегай. В ранже. Вот, если ты тут станешь на максимальном ранже, по тебе ясно будет от босса проходить. Ох, на шуман. Не, понятно, что плохо, но вообще на многих боссах можно и выйти с пылы. Я вот знаю фир на Джайне, блять, катализатор. Если стоишь возле одного, кастуешь второго, и тебе похуй на. Да, мне кажется, самый приятный фикс, который будет на Ларе, чтобы, блять, не било по всей комнате, это сверхнуло ебучее. То хилы, блять, на дальнем рейнже страдают. Пиздец как. Тогда будет тактика простая. Ну, мобы тоже. Появились, ну, мобы появились в одном месте на второй фазе. Перебежал весь рейд во второе место. Ты не успеешь, что Леха, перебежать. То есть 5 мобов положил на одной платформе. Mm. Перебежал на вторую. Mm. Там 5 мобов появилось, перебежал на третью. Mm. Ну вот, допустим, в две Финкса... платформы, в 2.5 платформы был бы идеальный бы раньше. Mm. Я вот понимаю, как на пандах был бы у Лока. Портал бы ворота. Дежурон говорит, мы и так пройдем. Дежурон, блядь. Просил, блядь, чтобы я апнуть, нахуй, блядь, не еще. Он говорит, мы подаем большие надежды. Дежурон. Говорит, у нас лучше, самый лучший прогресс, самая лучшая тактика. Осталось только исполнение. Убьете Алара, получите 75 бонусов. Ну чё, постав... Бля, даже на поставки не хватит. Сколько может? Говорит, блядь, вы долбоёбы, говорит. Вы просто не можете сделать так, чтобы вы, блядь, идеально всё исполняли 25 человек. Да, при перебежке, когда там, блядь, перья, нахуй, крики, блядь, и взрывы, да, блядь, сделаешь там идеально. Говорит, вы дебилы, 25 человек не могут делать так, как вообще думает РЛ, блядь. Ну там даже понятно. Ага, что когда что у тебя Жунен в рейде, блядь, конечно. Дело. Мне такое ощущение, что Жунен IQ, блядь, низ. Не хочу вас оскорблять, блядь. Жунен неплохо дамажит. Может, он вообще не русский? Откуда-то... Че, весь русский не русский? Я тоже не русский, и что? Не, ну я им русского языка не знаю, о чем. Ну, блядь, да, на игре это как сказывается, да, во. Ну, блядь, какая разница, этот, ему говорят там, блядь, дай БР. Он пока что допетрит, блядь. Ну, подожди, давай вспомним, когда ты его взял, Гиль, блядь, я не знаю, за год, по-моему, даже, блядь, обезьяна научится слово, блядь, дай БР, ну. Как обезьянку научили, видишь, вроде дамажит научили. Ну, а вообще, брали, блядь, каким-то, наверное, 245-м, блядь. Я вообще хуя, блядь, когда ты его в гильдию взял и не кикал, блядь. По-моему, все хотели. Сова, которая вообще нихуя не умела, и ДПСила, блядь, вообще тупила везде. Сейчас, видишь, более-менее нормально хуярит. Даже, как говорится, видишь, можно научить даже. Жануэна даже научить, да? Медведя на велосипеде, он ездить учится, блядь. Человека не научить. Кнопки нажимать. Так, ладно, сходим. Механавры, эти ваши ботаники. Иди, блядь, в магазин покупай. Я чисто механавр. Ой, ну там что-то... Не покупайте, значит, я пошел курить. Войт потанчит следующий РБКшка, а я под АДшу.